15 ноября в Хасавюрте состоялось торжественное открытие дворовой территории по улице Даудова. Право перерезания красной ленты было предоставлено главе города Зайнудину Акмазову и заместителю министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан Ибрагиму Абакарову. Пожалуйста, проходите. В церемонии открытия также участие приняли представители Общероссийского народного фронта, Всероссийской политической партии «Единая Россия», Управление коммунального хозяйства, сотрудники отделов и управлений городской мэрии и жители данного микрорайона. Приветствуя собравшихся, глава Хасавюрта Зайнудин Акмазов поблагодарил исполнителей за проделанную работу, а также поздравил горожан со сдачей в эксплуатацию объекта. Добрый день, уважаемые друзья, участники торжества. Обращаюсь ко всем горожанам. Сегодня вот очередной объект, который мы сдаем. Это все сделано для удобства проживания жителей вот этого микрорайона, вот этих домов. Я всех их поздравляю и желаю пользоваться его вот этим двором для своего удовольствия. Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан Ибрагим Абакаров в своем выступлении поблагодарил руководство города за плодотворную работу. Сегодня в республике у нас, как вы знаете, активно реализуется федеральный проект формирования комфортной городской среды. И я хочу отметить, что вот администрация города Хасавюрт является одним из тех интенсивно работающих. Здесь была такая заброшенная территория, но сравнить, конечно, нельзя то, что было. Сегодня очень хорошая площадка для общения, соседи, близкие, родственники, друзья. И я хочу вам пожелать того, чтобы активно участвовали в общественной жизни вот этой площадки, берегли созданное то, что... Слово для выступлений также было предоставлено руководителю исполкома местного отделения Всероссийской партии «Единая Россия» Азизу Азизову, депутату городского собрания Геннадию Авраимову, а также местным жителям, которые поблагодарили всех, кто имеет отношение к благоустройству двора. Уважаемые участники сегодняшнего торжественного такого приятного события, я хочу поздравить вас всех. И нас в том числе с таким радостным событием в нашем городе. Горожане, и мы в том числе отмечаем, как меняется к лучшему облик и лицо нашего города. Хочу выразить благодарность от имени политсовета городского местного отделения партии, от исполкома и от собрания депутатов городского собрания. И выразить благодарность всем тем людям, которые предложили свой труд к созданию вот сегодняшней этой красоты. Стоит отметить, что объем средств, предусмотренных на благоустройство двора, составил более 6 миллионов рублей. На объекте сооружен удобный навес, установлены скамейки для отдыха, урны, проведено освещение, обустроена детская игровая площадка, а также полностью асфальтирована территория. Зарема Хайбулаева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».